2 апреля на площади имени Батырмурзаева прошло открытие года волонтера. Мероприятие состоялось по инициативе отдела по делам молодежи и туризма администрации муниципального образования город Хасавюрт. Активисты волонтерского корпуса «Доброе сердце» организовали флешмоб. Открывая мероприятие с приветственным словом от имени главы города Хасавюрт, выступил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Передаю вам благодарность за ту огромную работу, которую сегодня проводит наш волонтерский спорт. Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в котором волонтер не мог бы внести свой вклад. После флешмоба волонтеры организовали две акции. «Чистота города – дело каждого», в рамках которой раздавали флаера с призывом соблюдения чистоты на улице Хасавюрта. Вторая акция носила название «Подари детям книгу», где волонтеры из числа студентов многопрофильного колледжа раздали книги детям в больнице. Дети, которые болеют, которые лежат в больнице, им необходима поддержка, любовь и внимание. А это поможет им немного развеяться, чтобы и легче перенести все тяготы, которые они повстречали в том малом возрасте. Сегодня смысл любого волонтера в бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. Всех объединяет доброта, общая забота о будущем родного города. Как отмечает начальник отдела по делам молодежи и туризма Айша Татаева, мероприятие было организовано с целью привлечения молодежи Хасавюрта к общественной деятельности города. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».